А самое главное, я считаю, что это будет интересен тем, что до последнего непонятно, кто победит. Он большой, я маленький, я там не дрался 2 года, не тренировался даже, да, 2 года практически там с периодами. Вот, он все-таки занимался, и этим будет интересен. Я считаю то, что типа, ну, можно завлечь народ интересным боем, да, и в принципе народ меня знает, знает, что если надо, я могу и спасибо сказать, скажем так. Вот поэтому... Хорошее сочетание, да, и вот, в принципе, в Ютубе этого достаточно.